Полицейские установили, что участники преступного сообщества занимались незаконным сбытом наркотических средств на территории Саратова в период с декабря 2016 по апрель 2017 года. В состав преступного сообщества входили так называемые рекламщики, закладчики и менеджеры по продажам. У каждого, конечно же, были свои роли в незаконном бизнесе. Одни злоумышленники заранее прятали в тайниках наркотики, а после того, как покупатель оплачивал товар, менеджер по продажам сообщал ему местонахождение закладки. В состав преступного сообщества входило более 15 руководителей и участников. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было изъято свыше 1 килограмма концентрированных синтетических наркотических средств, что составило около 10 тысяч разовых доз. Изъята компьютерная техника и мобильные устройства, используемые членами преступного сообщества при совершении преступлений. Задержано более 10 приобретателей наркотических средств. Установлено местонахождение более 30 тайников, из которых были изъяты подготовленные к незаконному сбыту наркотические средства. В настоящее время в отношении организатора и участников сообщества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.